И сейчас покажу вам информации, которые, вере понимания, которые, надеюсь, будет сейчас их видно, я подготовил такие. Ага, есть. Это вот я вам подготовил, как я торгую в основном, да, понимание, какой-то уровень и так далее. И сейчас показываю, о, наверное, будет видно, мне кажется. Да, видно. Это вот как раз... Сейчас объясню, что здесь нарисовано, и скажу, почему так. Да? Это вот, вот этот месяц выделен, вроде как видно, да, зелененький. Это вот в этом, это я показал, просто сделал скрин в истории, вернее, не я сделал, а ученик на истории тренировался, как это определять, да, ситуацию, которую нам показывают, что что-то нужно делать. Я вот на скрине своего ученика, студента, покажу, что это такое. Вот, к примеру, в этот месяц, да, вот этот, ищем какой-то уровень. Ну, смотрим слева, справа, по правилам обратно. Вот, вот цена уровня, вот она, окей. Это первое. Первое, всегда важно, это уровень, есть. Второе, по, ну, по правилам. Сейчас не буду говорить, по каким правилам, ну, для вас буквально это, пускай будет лимитный вот этот, который для, в этом месяце. Вот. Потом смотрим, чем он... усилен. То есть сейчас, когда мы делали по вашим заявкам инструменты, просматривали, да, там поджатие, да, поджатие, я смотрю, по первому бару, ну, вот поджатие, по первому бару уровня. То есть вот эта синяя полоска уперла первый бар. Вот раз, откат, и вот здесь создается уровень. Такие правила. Ищем здесь уровень, цены уровня. Вот. И вот этот первый бар. И вот он должен быть в тройке, просто запомни, если это шартовый уровень, то он должен быть в тройке одинаковый. Шарт, ну вот, вот этот бар, который по правилам. Да, вот так. Потом раз, и вот здесь создается уровень для вот этих торгов. Так его определяем. Да? Так вот этот бар, который опустили, он должен, их должно быть три. И он может быть третий, первый, там вот здесь он первый из трех. Он может быть третьим, здесь вверху два, и он третьим быть, а потом здесь уровень. Главное, чтобы были тренинги. Это называется усиление уровня. То есть поджатие, то есть что это означает? Это такая вот плита из шорт-контрактов. Сверху положено. Ну, это я так абстрактно говорю. Смысловой тем. Окей. То есть первый уровень. Второе, поджатие по первому бару уровня. Или там по этой тройке смотрим. Третье, как цена подходила здесь. То есть если поджатие другое. Ну, здесь поджатие в шорт, а здесь в лонг. Те же три бара, только наоборот. Вот они. К уровню. Одинаковых три бара. И после них бар в другую сторону. Это слом этого поджатия. То есть, что это означает? Ну, здесь просто уже выделено, да? То есть, опустили цену. Создали потом уровень. После того, как ее опустили? Три дня опускали. Это и есть поджатие. Окей. Вот так. То есть, плиту такую положили из контракта в шорт. Ходили вниз. Подходят к этой же цене. Да, и мы настоящие спекулянты в этом месяце, типа, да, подходят на это точно таким же, как усиливали уровень, то есть, да, только в противоположную сторону. И потом слом, следующий бар, слом чего? Вот этого, который ослабляет, лонговый, следующий бар, который другой совершенно, то есть три черных бара, лонговых, и один шортовый. И после них, это названо здесь, то есть это выставляли, давили лонговой плитой. Здесь шортовая, а здесь лонговая. И потом лонговую поломали вот этим баром. Все, после этого захода. То есть это борьба за уровень. То есть две крупные позиции, одна шортовая, одна лонговая. Шортовую держит, есть такое понятие, как защита своих позиций. Вот. Так, значит, если кто-то есть, то вот эти ломают поджатие. Обязательно, ну, там, три бара и все. И шорт от уровня. Точка входа, как входить, это пока цена вверху, выставляется селл-стоп. То есть шортовый ордер. Селловский. Sell. Ордер sell. Это одна такая штучка. То же самое наоборот. Лонговая позиция. Допустим, в этот момент, я просто в исторически это сегодня сделал. Да? То есть подняли цену. Смотрим. Вот, подняли с этого бара. Да? Организовали вот уровень. Вот здесь. Это, кстати, день захода, пускай будет. Давали уровень. Первое, то есть обратно. Уровень. Второй. Чем он усилен? Смотрим на тот бар, откуда подняли. Вот.
Вот она тройка. Ну и здесь больше, минимум 3 бара должно быть. Вот. Поджатие, окей. То есть выложили плиту из лонговых контрактов. То есть вот так. То есть поджатие лонговой темы. Опускает из шортовых. Борьба. Здесь выкладывают плиту точно такую же, видите, 3 бара. А потом берут и ломают шортовое поджатие. Вот этот бар, выравнивать так называемый. Вот этот бар черненький. То есть здесь должно быть проще запомнить. Здесь 3 бара и здесь 3 бара, только в другую сторону. И после этого такой же бар, как здесь. То есть противоположный. Все. Эту поломали. То есть победили лонгисты. И все, и заходим. Это просто уровень для выхода по правилам. То есть вот это моя любимая тема. Борьба. То же самое можно делать на зеркальных уровнях. То есть смотрите, вот я показал. На самом верху движение, да, лонг уровень, подняли цену, второй, арендовали уровень, протестировали ложный пробой усилий, подтвердили его, и это уровень стал, все, вот он, лонговый уровень, сложный пробой. Наверху движение, то есть как вы думаете, выгодно настоящему спекулянту, крупному игроку на верхах купить? Первый раз. Нет. Он покупает, ну, здесь, там, не знаю, здесь, там, да, то есть, ну, по другим ценам, по низким. Он как настоящий спекуль, ему та же самая тема, что купить подороже, купить подешевле, то есть внизу где-то какие-то движения, да, а продать подороже. А здесь наоборот, на самом верху движение, еще раз, подняли цену, какую-то показали, что усилили ее ложным пробоем, вот поэтому, да, протестили, да, и это стало уровнем. Но лонг на верхах вот такого вот движения. То есть невыгодный лонг для этого самого, для спекулянта. Да. Закрыли раз, стало шорт-резерв. Закрыли два. На чем? На поджатии. То есть 3 бара, видите, в одну сторону. То есть сделали шорт-зеркало на поджатии или положили такую же плиту сверху. Зеркальный шорт и шорт непростой, и вот эта точка входа будет. А на поджатии вот они, 3 бара. То есть вот этот бар, который сделал шорт, он в тройке. И это не в тройке. То есть как минимум 3 бара, это поджатие. Все, и это шорт. То есть когда вот то 3 дня поджатия вот так, ну здесь лонгового просто нет. 3 дня поджатия, то есть 3 дня шортили, то есть плита такая. Большой шанс у этого снизу черного бара, ну, то есть этих людей, которые покупали, да, пробитие маленький, 3-1 шанс. Поэтому здесь вход. Это вот зеркальный. И последний, точно такой зеркальный, только в другую сторону. Теперь уже другая ситуация. На низах движения цена, ну, минимум 3 бара должно. Здесь их вот такое поджатие. Да? Вот этот бар, который в конце поджатия поучаствовал. Создал уровень. Протестил ложным пробоем, еще одним, то есть одни ложные пробои. Вот по этому бару уровень. Вот он держит. Вот он, по этому бару. Почему? Он подтвердился, что цена важна. Ложный пробой, а закрыться сверху не могут. Тестят, тестят. Как только закрылось, раз. Это закрытие первое, что сделало? Поломало. Вот это вот поджатие все. Раз. Что он сделал? То есть вот уровень. Ложными пробоями, все. Закрытий вверху нету. Усилим ложными пробоями. Закрылись вверху. Этот первый бар, когда еще остальных не было. Поломал лонг поджатие. Второй и третий бар накидали контракта в лонг. То есть сделали лонговое поджатие. Ну, минимум 3 бара. Да? То есть теперь после вот этого есть лонговое. То есть плита вот эта шортовая поломана. Вот этим баром. И выстрелил лонговая плита. И вот заход. Вот это моя борьба, так называемая. Но уже типа от зеркала, от зеркального уровня, лонгового. Все. Если это в этом месяце вход берется, как выход делается? В прошлый месяц, ну это же вот это в этом месяце типа вход был, да? Берется прошлый месяц. Для этого прошлого месяца, вот для вот этого месяца, прошлый месяц будет вот этот. И берется в нем такая же, самая верхушка находится уровень. Такой, ну вот, вот такой. Ну как здесь, опустили. Одни ложные пробои. Опустили уровень ложные пробои. Вот этот уровень для выхода. Смотрите, что сделалось. Бам-бам. Все, отработался полностью сценарий среднесрочный. Но мы сейчас говорили о вот этой теме.
борьба уже на зеркале, на зеркальном уровне. И то, точно такая же борьба, это моя самая любимая формация, то есть, когда борьба, и кто-то кого-то ломает, поджатия какие-то на каком-то уровне, то здесь в данном случае победили лонгисты, ну, на последнем скрине. И на графике это выглядит так я поотмечал. Вот такие вот дела.